Всем привет! Машина Audi A6 C6 Restyling. Сейчас покажу, как активировать, включить функцию теста стрелок. Сейчас мы, когда включаем зажигание, ничего не происходит. Заводим машину. Сейчас я покажу, как это сделать. Так, заходим в ком наш ОЦДС. Выбор блока. Здесь панель приборов, 17 блок. Заходим в раздел кодирования. Помощник кодирования, либо длинное кодирование у кого-то называется. Здесь заходим в байт 0. Это вот в третьем пункте вторая клетка. И здесь первый бит 0, выбираем галочку. Датчик тест иглы, развертки активированы. Итак, мы отсюда выходим теперь. Делаем это. Код принят. Окей. Завершить сеанс. Выход. Выход. Итак, глушим машину. И теперь заводим машину. Опа. Тест сработал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Вано. До новых встреч. Пока.